Значит, я правильно понимаю, что начиная со 2 апреля и до конца июня, каждый четверг, значит, что это второй международный музыкальный фестиваль. Ну, конкурс вокалистов. Конкурс вокалистов, фестиваль, конкурс вокалистов. Называется он? Emporium Music Fest. Вы говорили, и вы как бы идеолог, создатель. Ну, да. А вы-то что здесь тогда делаете? Мы это называем слово прихвостень, который все время где-то рядом находится, знаете. Ну, поподробнее, почему возникла эта идея? Я сразу свое предположение выскажу, потому что вокалистка от студии уходит в декрет, надо же чем-то заниматься, нет, не поэтому. Ну, в прошлом году она еще не уходила, и мы вместе с ней, так что понятно. Не имеет связи. Принято так. Ну, вообще, сама идея была это узнать, что же происходит в андеграунде, какие музыканты у нас есть, потому что очень много талантливой молодежи, и, так сказать, когда ты уже становишься известным, популярным, ты немножко отрываешься от этой такой подпольной тусовки музыкальной, а там что-то происходит, а происходит очень интересное и талантливое. В общем, вот так это основная была идея, посмотреть, что там творится, и познакомиться, объединить всех. Это такой у нас некий, называют, музыкальный дом, где встречается... Но это в одном из московских кафе, насколько я понимаю, каждый четверг происходит вот это в одном вот из московских тусовка. Кафе, недалеко от одного московского метро. В одном из московских переулков. Да, переулков происходит это действо. И, в общем, в этом году это уже второй фестиваль, в прошлом году. Он прошел удачно. Победитель фестиваля у нас отправляется, это гран-при фестиваля. В Монтрё. Монтрё. Как правильно? Монтрё. Я сам не знаю, но, в общем, говорят, что так. А вы были там сами-то, в Швейцарии, вот, в Монтрё? Нет? В Монтрё не был, был только Женеве. Потому что вообще для музыкантов это такой культовый. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».